И он мне говорит, ну ты типа относись ко всему проще, как я. Я думаю, так тебе легко, потому что я идеальная. Ну правда. Я единственное, что делаю, это после того, как я сделала уборку, я ему разрешаю есть только на улице. Ну это просто здравый смысл. Это просто здравый смысл. Если у тебя еда не помещается в рот целиком, ешь на улице. Или иди на оральные курсы. Там как раз учат, как глотать большие предметы, чтобы партнер был счастлив. Вот у меня мужа бесило, что я когда что-то горячее пью, там чай или кофе, я хлюпаю. И он мне несколько раз высказал, и я отучилась. Да, я его теперь меньше люблю, но чай пью очень тихо. А он даже не воспринимает всерьез. Ему говоришь, типа, твоя рыба воняет. Он говорит, так нельзя, мертвых либо хорошо, либо никак. На самом деле совмещать свои привычки. Я, например, очень люблю тишину, мне в ней комфортно, но я ее не слышала с тех пор, как мы съехались. Потому что у него всегда что-то включено, причем не одно. У него там на телеке фильм, на ноутбуке футбол, и еще он, сука, поет. Ну, у меня иногда ощущение, что я на рынке живу. Если бы мне еще кинзу пихали в лицо, вообще один в один. Я только в браке узнала, что у меня есть вот чисто женские обязанности. Конкретно я не могу сейчас смириться с тем, что я теперь ответственна за трусы другого человека. Ну, серьезно, ко мне недавно муж подошел с фразой «У нас там трусы чистые закончились». Я думаю, у нас? Ну, у меня все нормально. Хочешь, надень мои. Мы с мужем, оказывается, пережили опасный период в браке, это первые 2 года, потому что там по статистике молодые выстраивают свой быт, многие не выдерживают и разводятся. Я вот так подумала, бытовуха — это же самая тупая причина для развода. Ну, что это? Он не вытряхнул из пылесоса, это разве причина? Мне кажется, минимум должно быть, он вытряхнул из пылесоса тебе в рот, тогда да, тогда разводитесь. Я часто в монологах рассказываю про мужа всякую фигню. Может показаться, что он у меня конченый со стороны, но на самом деле нет. Он на самом деле очень умный, он меня постоянно разводит, как лоха вообще. Я заметила, он в последнее время очень грамотно делает вид, что помогает мне по дому. Я объясню, смотрите, он раз в месяц ловит вот этот момент, когда я уже вот-вот взорвусь, начну орать, типа, да какого хрена я одна все это делаю? Подходит, говорит, ну что же ты одна все это делаешь? Давай я помою. Сраный стратег, поняли? Он как с бомбой, он разминировал бабу за секунду до взрыва. И все, я потом весь месяц одна, следующий, мою всю квартиру, думаю, какой он мне хороший, святой человек, блин. Теперь понятно, почему у нас я одна лампочки меняю. Ему от нимба нормально светит. По женщине очень просто понять, что она вот-вот взорвется. Мы просто в какой-то момент начинаем все делать в 2 раза громче. Ты, блин, прислушайся, там иногда в грохоте посуды слышно, ты пидорас, раз, раз. Девчонки, мой такой... Ты неразнообразно готовишь. Я что-то не поняла. Вчера рожки сделала. Сегодня спагетти. Завтра бантики планирую сварить. Совсем оборзел, что ли? Я не понимаю. А завтраки? Самая жесть — это завтраки, да? Я все понимаю, готовить любимому мужчине — это счастье, но не в 7 утра. И ему же хочется время разного, чего-то новенького хочется каждый день. Недавно мне предъявил, о, опять эти яйца. Я думаю, блин, я же тебе так ночью не говорил. Я правда не хочу жить с парнем, потому что у нас вся бытовуха на женщинах в России, вся бытовуха. Девушки слышали хоть раз от парня, чтобы он говорил... Любимая, снимай свои белые трусики. Я как раз стираю белое. Мы просто стали жить вместе, и так получилось, что мы живем у меня. И вы знаете, говорят, что женщина приносит в квартиру мужчины уют, да? Так вот, мужчина приносит в квартиру женщины претензии. Да я просто заколебалась уже. Недавно шел вот так что-то невидимое, знаете, поднял с пола, говорит, ненавижу мелкий мусор. И главное потом, этот поборник мелкого мусора сел на диван и стал стричь ногти. Вот этими щипчиками, знаете, когда щелк-щелк, блин, и засвистели пули над головой, видели? Когда ты, блин, боишься, да, как бы тебе рикошетом голову не снесло, блин. Но вы понимаете, да, когда ногти отлетают и впиваются вертикально в ковер, видели? Я один раз видел, как он воткнулся в несущую стену, блин. Мне кажется, мужчины так помечают территорию, блин, я не знаю. Просто мне же потом это убирать.